Наполнить реальным содержанием месяц благих дел. По всему Дагестану проходят благотворительные акции в пользу врачей и нуждающихся. Еще 136 коек глава Дагестана посетил республиканскую больницу восстановительного лечения, перепрофилированную для пациентов с COVID-19. Дагестанская медицина испытывает пиковые нагрузки. Как обстоит ситуация с заболеваемостью на местах, выясняли наши корреспонденты. Здравствуйте! Это итоги недели на канале ННТ. И я, Мурад Ахмедов. 1 мая глава Дагестана посетил республиканскую больницу восстановительного лечения, перепрофилированную для пациентов с COVID-19. Владимир Васильев ознакомился с условиями, созданными для лечения пациентов с коронавирусом. Его главного врача Нурмагомед Загайлов рассказал, что всего в медицинском учреждении перепрофилировано 136 коек для пациентов с COVID-19 с неинвазивными и инвазивными аппаратами ИВЛ. Немаловажно, что медицинские клапаны для аппаратов изготовлены на дагестанском заводе «Дагдизель». Также имеются мониторы для отслеживания динамики состояния больных. На базе республиканской больницы восстановительного лечения созданы все условия для приема пациентов с коронавирусом. В больнице задействованы и специалисты, прошедшие переобучение. Врачи будут здесь и работать, и жить, как и в остальных медучреждениях, где борются с коронавирусной инфекцией. После посещения республиканской больницы восстановительного лечения Владимир Васильев обратился к дагестанцам. Я обращаюсь к вам, дорогие дагестанцы, услышите. Если мы будем нарушать режим изоляции, режим ограничения распространения инфекции, они не справятся. У вас сколько сейчас уже не хватает врачей? У нас, мы запроздавали мизра 27 врачей. Сколько вам не хватает? У нас порядка 10 врачей. Не хватает? Да. Смотрите. А он еще в бой не вступил. Простите за риторику, но другой не применишь. Вот 75 лет назад наши деды и прадеды победили страшную угрозу. Но ее было видно, ее понимали. Эту мы не видим. Многие до сих пор не поверили, что она смертельно опасна. И сейчас еще не все поверят. И когда мы останавливаем потоки на дороге и останавливаем тех, кто не должен на дорогах передвигаться, поймите нас правильно. Почему у нас такая вспышка сейчас и ковид, и особенно пневмония? Ее называют не больничной, но она это лучше не становится. Откуда она взялась? Дорогие мои, вы это все видели. Из Москвы, из других регионов, из-за рубежа прилетели наши дорогие дагестанцы. А теперь смотрите, что произошло. Все поехали в гости. Вот мне рассказывают по одному селу, значит, умерла женщина, больная ковидом. Причина соболезнования. Около 2000. Сейчас медицинские учреждения все забиты. При таком подходе никто не справится. Вот почему мы сейчас договорились, через день проводим селекторное совещание с главами района, смотрим вот так же, как и сейчас. Вот это резерв, он еще не вступил в бой, а у него уже не хватает врачей. Понимаете, что это? Мы готовим их в ускоренном режиме, но если люди, простые люди, я понимаю, как тяжело быть дома, очень тяжело сидеть, ведь это же, по сути, наказание. Когда человека лишают свободы. Извините, но у другого нет решения. Это было и в старые времена, когда города закрывали, заваливали камнями. Сейчас мы готовы и можем это сделать. Но только при одном условии. При поддержке того, что делает сегодня медицина, власть, общественные организации. Кстати, огромное спасибо волонтерам, врачам. Люди работают на пределе. Спасибо большое дагестанцам, которые помогают. У кого доброе сердце, кто переживает за свой народ. Много денег, предложений, приходят, помогают, купить лекарства, сделать. Это еще тоже надо диспетчерировать, получить то, что действительно надо. Мы это сейчас договорились с главами районов, все сводим в единую систему, и через вашу координацию, МЧС, будем это делать. Дорогие мои, если число зараженных будет расти кратно, не справится. Не справится. Я вам прямо говорю честно. И не хватит на всех. Я вам назвал цифру 3 миллиона слишком. Вот сейчас Всевышний помогает. Смотрите, какая погода. И что интересно, мы вчера смотрели, да, у нас есть 6 районов осталось чистых. Что же 4? 4 района осталось чистых.
Мы сейчас подключили глав, попросили всех подключиться, глав района, глав врачей, муфтият. Мы с муфтиятами вели разговоры, сколько, вы же видели это все, дорогие мои. Вы видели это все, муфтий обратился. И сколько потом понадобилось времени, чтобы уйти от массовых молитв. Вот теперь мы сейчас получили вот эти вспышки, огромное распространение. Поэтому, вот еще раз подчеркиваю, мы справимся с этой задачей. Но вопрос, сколько мы потеряем людей. Это зависит сейчас, в первую очередь, от тех, кто соблюдает режим изоляции, и от тех, кто не соблюдает режим изоляции. Вот это сейчас, наверное, самое главное. Крупная партия средств индивидуальной защиты поступила в Дагестан. Поставка проведена республиканским МЧС на средства, которые были выделены из резервного фонда регионального правительства. Партия, состоящая из медицинских масок, дезинфицирующих средств, защитных костюмов, бахил и постельных принадлежностей, будет распределена между больницами Дагестана. Будут обеспечены не только врачи, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией, но и все сотрудники первичной медицинской сети. В скором времени ожидается и вторая партия средств индивидуальной защиты, закупленных МЧС Дагестана. Министр внутренних дел Дагестана Абдрашид Магомедов обратился к жителям республики. В своем видеообращении глава ведомства призвал с пониманием отнестись к тем мерам, которые принимают сотрудники органов внутренних дел в связи с пандемией нового вируса. Ранее мы не сталкивались с таким положением дел в республике, поэтому все, что мы делаем, для нас ново. И, возможно, при проведении каких-то мероприятий они кажутся очень жесткими, и, возможно, мы допускаем при этом какие-то ошибки. Мы ежедневно анализируем нашу работу и принимаем меры к тому, чтобы максимально корректно проводить наши мероприятия. Во исполнении тех решений о соблюдении режима самоизоляции принимаем меры к тому, чтобы люди праздно не шатались по городам, районам, населенным пунктам нашей республики, не разъезжали. И вот много критики в этом плане вот, со стороны граждан. Наверное, они обоснованы. Я призываю наших сотрудников исключительно корректно выполнять наши функции, потому что население оказалось в этой ситуации не по своему выбору. Очень много проблем у граждан, и мы должны их вместе с ними решать. В то же время обращаюсь к гражданам проявить максимальную сознательность. Тем самым вы сохраните жизни свои, своих родных и близких. Кроме того, по словам министра, МВД Дагестана уже потеряло 3 сотрудников. Все они скончались от внебольничной пневмонии. Я прошу вас с пониманием относиться к тем мерам, которые принимают сотрудники органов внутренних дел. Наряду с врачами, медицинскими работниками, мы сегодня оказались на передовой. Уверяю вас, не доставляет удовольствия вот так вот пресекать, принимать меры к тому, чтобы ограничивать перемещение, передвижение наших граждан, чтобы мы не выходили в парки, скверы, чтобы мы не гуляли. Это одно из образов нашей жизни. Но в настоящее время нам приходится принимать и столь непопулярные меры для того, чтобы все-таки сохранить жизни наших граждан. Тем временем в Дагестане на конец недели выявлено 1662 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб республики по борьбе с инфекцией. При этом, по официальным данным, 170 человек из общего числа заболевших уже выздоровели и были выписаны из больниц. 12 человек скончались. Кроме того, в республике за последние дни замечен также всплеск внебольничной пневмонии. По данному виду заболевания власти Дагестана пока статистику не приводят. Тревожная ситуация сложилась на неделе в селении Тебек-Махи Акушинского района. Диагноз пневмонии там официально подтвердился у нескольких десятков человек. Но, по словам местных жителей, реальные цифры могли быть намного выше. В селе практически каждый второй болел респираторно-вирусным заболеванием. Однако из-за нехватки медперсонала и большими очередями на обследование люди были вынуждены заниматься самолечением. Подробнее Патимат Ханапов. Практически у всех погибших были отмечены признаки пневмонии, и все они старше 60 лет. В селе не осталось ни одного дома, которого бы не коснулась болезнь. Так описывают ситуацию местные жители. Коек в больницах не хватает, да и попасть на обследование не удается с первого раза. Один рентгенаппарат на весь район. У нас рентгена нету. Бегаем район, а там тоже бесчетное количество очереди. Там целый день люди стоят, очередь не доходит. В районе не хватает мест для рентгена, например, большая очередь. В сегодняшний день там было около 70 человек в очереди. Также мы нуждаемся в таком мобильном передвижном аппарате для рентгена.
если такое тоже будет возможность. Лечиться людям приходится в основном дома, да и лечением это по большому счету не назовешь. Даже самые простые противовирусные лекарства в аптеках днем с огнем не сыщешь. Это Рамазан Мажидов, житель села Тебек-Махи, один из тех, кто с диагнозом двухсторонняя пневмония вынужден переносить болезнь дома. Таких, как я, в селе, можно сказать, 300-400-500 человек, если не больше. Нам необходимы медикаменты. Нет у нас медикаментов. Простых капельниц хотя бы поставить. Не говоря уже о искусственной вентиляции легкой, даже их в райцентре, говорят, нету. То, что где у нас там лежат в больнице, я с ними созванивался, даже такой аппарат там вообще тоже нету в райцентре, в районе больницы. Здесь проживает более 2000 человек. На все село трое фельдшеров, каждый из которых вынужден принимать не менее 30 человек. И это при отсутствии необходимого оборудования и лекарственных препаратов. Люди даже выехать за лекарствами не могут, а село оцепили полицейскими. Мы просили замминистра, чтобы выделили хотя бы рентгена, чтобы людей узнали, в каком состоянии. Люди просят, но нет в данное время абсолютно никакой помощи. Мы обращаемся к вам, оказать нам какую-то определенную помощь, хотя бы лекарствами. Хотя бы, если не можете вы нам лекарства выделить, дайте хотя бы условия создать, что мы сами приобрели. Мы сами приобретем. Дайте хотя бы пару врачей, специалистов по этой болезни. Нам обещали, что заявку напишут, что выделят. Пока заявку напишут, пока это выделят, люди болеют. Люди в тяжелом положении находятся. Понятно одно. Положение в дагестанских муниципалитетах складывается угрожающее. Дефицит всего необходимого наряду с растущим количеством заболевших. Однако хуже всего то, что в этой ситуации никакие экстренные меры все еще так и не предприняты. Люди ждут руки помощи от власти. А просят местные жители совсем немного квалифицированных врачей, аппараты для обследования больных и дополнительные коечные места. А мы, в свою очередь, выражаем надежду, что зов отчаянных людей все-таки будет услышан. Патимат Ханапова, Дауд Гасанов, новости ННТ, Акушинский район. Надо отметить, что в конце недели было принято решение направить в село Тебек-Махи передвижной флюорограф для массового обследования населения. После того, как жители пожаловались на отсутствие условий для обследования больных и для лечения. Мобильный пункт будет находиться в селе, пока диагностику не пройдут все, передает пресс-служба Минздрава Дагестана. Наполнить реальным содержанием месяц благих дел. Фонд «Инсан» весь месяц Рамадан намерен кормить своих подопечных, причем вся еда доставляется людям прямо к порогу дома. Около 10 тысяч семей в Дагестане ежедневно получают еду на вечернее разговение после обязательного поста. Акция, по словам представителей фонда, стала альтернативой традиционному шатру Рамадана. Подробности у Абдуллы Алиева. Традиционная акция «Шатер Рамадана» успела полюбиться многим. Каждый год тысячи верующих на протяжении всего священного месяца ежедневно собирались в нем вместе для разговения. В шатре всегда царила атмосфера братства, ведь эта акция объединяла людей и помогала нуждающимся. В этом году, учитывая сегодняшнюю ситуацию в мире, «Шатер Рамадана» претерпел изменения – и перешел в дистанционный режим. В этом году мы планируем осуществлять адресную доставку нуждающимся семьям уже готового, приготовленного плова. И по всей Республике Дагестан с участием всех филиалов мы планируем охватить чуть более 10 тысяч семей ежедневно. Фирменное блюдо шатра осталось неизменным – узбекский плов. Стоит учесть, что для его приготовления тратится немало средств. Только для нуждающихся жителей Махачкалы ежедневно готовится 2500 порций. Доставить их по адресам, как всегда, помогают отзывчивые волонтеры. За сердце аж цепляет. Понимаю, что людям очень тяжело живется. А тем более сейчас, когда это самоизоляция, вирус. Так что она очень актуальна, помощь, которая оказывается фондом «Инсан». Хотелось бы призвать, наверное, всех неравнодушных людей помогать, смотреть по сторонам. У кого-то соседи, у кого-то друзья, родственники, чтобы у кого не имеет возможности, есть маленькие дети, вдовы, сироты. Помогайте, пожалуйста, братья и сестры. Или если некому помочь, хотя бы через посредством таких фондов, как «Инсан» или другие фонды, оказывайте помощь нашим близким, нашим землякам. Цели акции «Шатер Рамадана» остались такими же – накормить нуждающихся в этот священный месяц и предоставить возможность поучаствовать в этом благом деле всем, кто имеет возможность. Кабул садага волсун всем. Вот, например, «Инсан» помогает там, делает нам. Кабул садага волсун всем, который нам помогает все. Что делает? Благодарю вас. Фонд «Инсан» продолжает проводить сбор средств для ежедневных ифтаров, благодаря чему любой желающий сможет внести свой вклад в благое дело и накормить своего ближнего. А как известно в исламе, лучшей милостыней считается то благодеяние, что совершается священный месяц Рамадан. Абдулла Алиев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.
Беда нередко приходит нежданно и застает человека врасплох. В таких случаях люди часто не знают, куда обратиться, и вынуждены получать двойной стресс от организации неприятных и болезненных хлопот. В Дагестане решили хоть немного облегчить положение тех, кто столкнулся с самым страшным горем – потерей близкого человека. Чтобы организовать омовение тела покойного, согласно канонам ислама, организован специальный пункт. Предусматривается, что в нем будут оказывать ритуальные услуги и омывать тело людей, жизни которых унес новый вирус. Пункт работает в Дагестане с 3 апреля этого года. Его сотрудники соблюдают все санитарные эпидемиологические нормы. Омовение можно провести в мечети имени Хусейна Мухаммада Афанди Аль-Уреби, которая находится на улице Камаева, 94 в Махачкале. В мечети постоянно дежурят богословы, а также круглосуточно работает телефон, по которому можно задать интересующие вопросы. В муфтияте разъясняют, что над умершими от COVID-19 обязательно нужно проводить обряды, предписанные исламом, но совершать их нужно, придерживаясь строгих санитарных норм. Пусть Всевышний простит грехи усопших и вознаградит их раем. Выражаем их родным и близким глубокие соболезнования и желаем сил и стойкости духа. Дорогие братья и сестры, знайте, мы глубоко сочувствуем вам и разделяем боль вашей утраты. И именно в этот период мы хотим призвать вас к соблюдению некоторых правил, которые позволят уберечь большую часть населения от заражений коронавирусной инфекцией. Просим вас максимально ускорить процесс похорон и привлечь к участию в погребальном обряде как можно меньше людей. Также просим не собираться на соболезнованиях, подвергая опасности себя и других. Муфтия Дагестана возлагает на имамов сел, городов и районов осуществление контроля над соблюдением гражданами вышеизложенных правил на территориях подведомственных им приходов. Просьба ко всем жителям республики с пониманием отнестись к проводимой богословами разъяснительной работе. Пусть Создатель поможет всем нам в это нелегкое время. Наука и образование во благо общества. В условиях эпидемии социальные учреждения с большим количеством проживающих в них людей особенно нуждаются в хорошей дезинфекции. Дагестанский государственный университет, где производится антисептический раствор, продолжает оказывать помощь таким организациям. В этот раз ВУЗ передал 120 литров дезинфицирующего средства коллективу школы-интерната номер 4 для детей-сирот. Сотрудники интерната обратились в ДГУ с просьбой о помощи. Отметим, что с начала эпидемии университет использует для дезинфекции гипохлорид натрия, который производится в химической лаборатории ВУЗа. Налаживание производства стало возможным благодаря работам инновационно-технологического центра «Экотех» ДГУ. Для этих целей ВУЗ оснащен необходимым лабораторным оборудованием. Имеются также патенты на все разработки. Помощь тем, кто сейчас словно на войне. Тем, кто ведет долгую и изнурительную борьбу с опасным недугом. Продукты врачам городской клинической больницы номер 1 передали активисты ОНФ в Дагестане в рамках акции «Мы вместе». Медперсонал, в свою очередь, поделился тем, что происходит по ту сторону больничных стен. Хадижа Курбанова о непростой ситуации, в которой сегодня оказались дагестанские медики. С утра до ночи, рискуя своей жизнью, медперсонал больницы работает на износ. Медикам приходится сталкиваться с тяжелыми случаями и потоки постоянно поступающих больных. Им едва удается уделить время личным проблемам. Живут они в общежитии при больнице, не видя родных сутками, а то и неделями. Домой не идем, мы работаем. Я неделю работаю здесь, я не поверите, недосып – это огромное. Семье не хватает, но непривычно работать так. Тяжело работать, тяжело, очень тяжело. В этих масках, в этих, прямо паришься, ну, мучительно, трудно. Тяжело приходится немножко с пациентами, потому что многие пациенты бывают нетерпеливые. Многие пациенты хотят, чтобы каждому было отдельно оказано большое внимание. А это момент, например, пандемии, когда очень много людей поступает, это тяжело каждому много внимания оказывать, это очень тяжело. Чего вам больше всего в этих стенах не хватает? Не знаю, семьи. Что может не хватает? Семьи, родителей, жена. Поддержать врачей в нелегкий период решили представители Общероссийского народного фронта. Участники акции «Мы вместе» передали врачам городской клинической больницы города Махачкалы продукты. Ежедневно сюда поступают десятки больных коронавирусом. Из-за переполненности корпусов врачам пришлось отдать свое общежитие для размещения пациентов. Пациенты поступают в большом количестве. Ну, как всем известно, уже мы 8-й корпус забили. На 250 коек по рассчитанным даже уложили, как я знаю, 270-280 пациентов. Под это даже отдали свою общагу, которая была на 7-м этаже, чтобы уже места не хватало.
Пациенты очень тяжелые, почти все пациенты с дыхательной недостаточностью первой и второй степени. Есть, конечно, и тяжелее пациенты, которые сразу попадают в реанимацию и на аппараты ИВЛ. Помощь врачам вместе с активистами оказали и горожане. Волонтеры передали медперсоналу продукты, которые они пожертвовали в рамках акции «Тележка добра». Здесь же фрукты и овощи одного из крупных магазинов города. Сегодня успех – это все зависит от врача. Это врачи. Все вы... надо. Вы на ногах, я знаю, сутками не спите, семьи не видите. Рискуете сами заболеть. Свыше 30% больных, это же врачи, медперсонал. Поэтому, конечно, каждый десятый умерший – это врач. На сегодняшний день, по информации ОНФ, медики, особенно в труднодоступных районах Дагестана, ощущают острую нехватку средств индивидуальной защиты. Поэтому ранее региональное отделение Народного фронта передало 500 масок Хунзахской районной больнице. Накануне министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджи Ибрагимов раскритиковал работу главврачей больниц, допустивших нехватку лекарств в условиях распространения коронавируса. Заявление было сделано им во время совещания с главврачами. Выяснилось, что ряд медучреждений действительно испытывает дефицит медицинских препаратов. Как обстоят дела на местах, узнавала Зумруд Гамидова. Это говорит о том, что руководители этих медицинских организаций практически ничего не сделали. И ничего не делают. Пандемия коронавируса остро обнажила проблемы, накопившиеся ранее в дагестанском здравоохранении. Сложившаяся ситуация не радует. Республика сохраняет лидерство среди регионов СКФО по абсолютному числу случаев заражения COVID-19. Причина тому, как низкий уровень самоизоляции и недооценка дагестанцами угрозы, так и нехватка медикаментов. Но такая обстановка, по мнению главы медицинского ведомства Джамалудина Гаджи Ибрагимова, сложилась из-за бездействия главных врачей, ведь деньги на все, по его словам, были выделены своевременно. Есть руководители, которые действительно подготовились. Могу сказать, что, конечно, если говорим о урологическом центре или же о втором больнице, да, у них профиль другой, и поэтому здесь всем миром поработали и работают. Тут понятно. А многопрофильные наши медицинские организации, а чем же занимаются руководители? Но есть и другая сторона вопроса. Мы связались с главным врачом Акушинской районной больницы, попавшей в черный список Минздрава Дагестана. Он комментировать мнение начальства не стал, но отметил, что медучреждение никаких дополнительных средств не получило. Врачи действовали только в рамках тех возможностей, которые у них были. Больным помощь оказывается своевременно, но сейчас на рынке попросту нельзя достать многие необходимые препараты, из-за чего и возникает нехватка лекарств. Есть лекарства, которые невозможно сейчас на рынке найти. Вот такие дефицитные лекарства есть. Вот это лекарство. Ну, средства вам выделяли на приобретение лекарств? Никаких средств я не получал. Вот то, что там есть, у нас госзадание имеется в виду. Вот мы получаем ежемесячно то, что мы зарабатывали. Когда этого зарабатывали, вот это фонсовские средства, вот это мы получили. Дополнительно никаких денег мы не получили, абсолютно. Угу. Ну, а сейчас вот как обстоят дела? Вот больные у вас есть, они все обеспечены необходимым? Они сейчас в больнице лежат, у нас есть то, что необходимо, то, что назначают, то, что у нас есть, мы обеспечиваем. Не все лекарства есть, имеются в виду дефицитные, которые на рынке нету. Главный врач Унцукульской ЦРБ Айшат Магомедова также подтвердила, что дополнительного финансирования на борьбу с эпидемией больницы не получали, но поблагодарила Минздрав за предоставленные средства защиты и мобильный рентген-аппарат. На данный момент в районе выявлено 27 больных COVID-19. Кроме того, 139 человек госпитализировано с пневмонией. Вам дополнительные какие-то деньги поступали на приобретение лекарств? Дополнительно, у меня был свой запас, у меня же должен быть свой запас создан для таких целей. Угу. Ну, то есть у вас таковой проблемы нет, я так понимаю? У меня, вот я вам говорю, со стороны мне отношение лекарственных средств, ничего не было, такой помощи. Это все, что у меня здесь болит. Понятно, Айшат Магомедов, но я вас правильно поняла, что пока что у вас средств достаточно, но на будущее пока не можете приобрести лекарства. Вот это момент, что при дальнейшем ухудшении ситуации, чтобы эти запасы постоянно пополнять.
Вот пополнят их, там пополнят, нет. Республиканская казна выделяет деньги на борьбу с эпидемией. Я ни от кого ничего не получила. По словам главврача, на данный момент медики работают на том запасе лекарств, который был создан ранее, и жалоб со стороны больных на плохое лекарственное обеспечение к ним не поступает, хотя признала, что многих импортных препаратов сейчас попросту не достать. Ни разу ни один рубль и ни один копейк за лекарство, за таблетки, за шприц, за иглу я не давал. Обеспечивается полностью лекарствами, очень хороший уход девочки. Очень хороший, благодарны всем врачам, всем медсестрам, всем медработникам. Из-за коронавируса из аптек практически пропали антибиотики, жаропонижающие и даже простая аскорбинка. А все дело в том, что, по словам специалистов, больше половины сырья, из которого в нашей стране производят лекарства, доставляют из Китая. И заложниками этой ситуации становятся как пациенты, так и медики, вынуждены работать в условиях дефицита лекарств и защитных средств со всеми сопутствующими рисками. Замрут Гамидова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ. Карантинные меры и режим самоизоляции охватили чуть ли не весь земной шар. И трудно найти сейчас на планете уголок, которого бы не коснулись ограничительные меры, связанные с распространением пандемии. В изоляции и на карантине оказались и наши земляки по всему миру. Многие из них живут за границей уже долгие годы, и мы решили связаться с ними, чтобы узнать об особенностях национального карантина. Наш земляк, известный врач-невролог Джалал Саидбеков, уже 30 лет живущий и работающий в Италии, поделился своим видением ситуации страны, ставшей одним из самых серьезных очагов эпидемии. Обрати внимание на то, что самоизоляция является сейчас самым эффективным средством против распространения вируса. Вначале не верили, это было несколько дней, там мутили воду, даже так такие самозваные специалисты, вирусологи, там и так далее, и так далее. Но потом, когда поняли, когда начали умирать люди, когда начали умирать врачи, тогда поняли, что ситуация серьезная. Что я бы рекомендовал? Это самое главное — самоизоляция. По-русски почему-то везде, в Италии, во всем мире, на Западе это называется карантин, а почему-то в России самоизоляция. Вот. И соблюдать все меры безопасности, не контактировать друг с другом, находиться дома. Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамбалат Тедеев отправил в Дагестан 3000 литров дезинфицирующих средств. Помощь нашим медикам известный специалист оказал после разговора с олимпийским чемпионом Абдулрашидом Садулаевым, который рассказал наставнику национальной команды о ситуации, сложившейся в республике. Напомним, что члены сборной России по вольной борьбе, в том числе сам Абдулрашид Садулаев, на время пандемии стали работать волонтерами и помогать дагестанским семьям. Они развозят продуктовые наборы по домам нуждающихся. А в Казбековском районе местная молодежная общественная организация запустила акцию «Ифтар героям в белых халатах». В селах Дылым и Ленинаул активисты движения совместно с благотворительным фондом «Инсан» ежедневно обеспечивают доставку в больницы готовых порций еды на вечернее разговение. По словам организаторов, акция проводится в знак признательности врачам, которые в эти дни проводят большую работу. Сегодня наша молодежная организация совместно с благотворительным фондом «Инсан» провела акцию для помощи врачам, которые дежурят на круглосуточной основе. Им развезли продукты питания на разговение и также всем жителям нашего села, которые нуждаются. Общественники в это нелегкое для народа время также поддержали жителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Так они общими усилиями собрали более 750 тысяч рублей, обеспечив продуктами первой необходимости больше 1000 семей в Казбековском районе. Человечность превыше всего. Раненого тюленя помогли спасти полицейские в Избербаше. Обнаружили его местные жители на побережье Каспийского моря. О своей находке они сообщили полицейским. Так было решено перевести морского жителя с помощью специальной техники в ветеринарную клинику. В ведомстве отметили, что на данный момент животное находится под присмотром зооспециалистов. Тюленю была оказана вся необходимая помощь. После того, как он восстановит свои силы, его вернут домой, в естественную среду обитания.
Несмотря на сложности, вызванные пандемией, продолжают трудиться аграрии и животноводы республики. В Дагестане начался сезон стрижки овец. В животноводческих хозяйствах Гунибского района этот процесс активно продолжается всю неделю. Подробнее о шерстяном промысле расскажет Алина Багилова. За 3 дня стригли более 2000 голов. В среднем же за день в хозяйстве стригут по 800 овец. Уже мы постригли одну бригаду. Общее поголовье для стрижки у нас определено 15650 голов. Вовремя мы начали, но чуть-чуть прохладно, ветры. Еще зверопод особо не выделился, но в любом случае раньше надо выйти в горы. Приходится нам стричь не как в Ставропольском крае. После стрижки скот проходит через необходимые процедуры и отправляется на летние пастбища. В целом в процессе стрижки в хозяйстве задействовано около 20 человек, 14 из которых непосредственно стригали. День 67, ну 65 по-разному ворачек стригем. В общем количестве 800-850 голов стригем. Так как вроде бы пока погода позволяет, уже время в горы ехать. В агрофирме получают, как правило, тонкую и полутонкорунную шерсть. Одна только дагестанская горная порода. Овец дает здесь примерно по 3,5 килограмма шерсти. В среднем в хозяйстве за год настригаются около 54 тонны шерсти. Шерсть мы классируем. В этом году шерсть очень хорошая. Мы классируем ее на меринос, тонкую и полутонкую. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья. Оставайтесь дома.